Спонсор показа – зоомагазин «Умка». Товары для собак, кошек, грызунов, птиц и аквариумных рыбок. Здесь вы можете приобрести товары в подарок для животных из приюта. Зоомагазин «Умка», проспект Ильича, 11. Поставьте длиннолапый. Молодой, озорной. Очень веселый. Этого песика с характерными для спаниеля висячими ушами и добродушным взглядом зовут Ник. Ему около полугода. Он живет в приюте для бездомных животных чуть больше месяца. До этого скитался по улицам в Невьянском районе. Волонтеры предполагают, что раньше Ник жил с хозяевами. Он общительный, все время тянется к человеку. Постоянно в движении, любит прыгать, играть и получает удовольствие от длительных прогулок. Мы предпочтение все-таки отдадим семье, которая возьмет его либо для содержания в квартире, либо в частном доме, но внутри дома, не для цепного содержания. Кому подойдет такая собака? Ну, наверное, каким-то активным людям. А эта кроха по кличке Нюся – самая маленькая на данный момент обитательница приюта. Ее привезли сюда месяц назад из Невьянска. Там, как рассказывают жители, ее подкинули в местный автосервис. Малышка весит всего 3 килограмма, ей около 7 месяцев. К незнакомцам относится поначалу с опаской, но спустя совсем немного времени привыкает и становится ласковой. Такая нежная и хрупкая собачка будет только в радость новым хозяевам, говорят волонтеры. Конечно же, это квартирное содержание, внутридомовое содержание и понимание, что маленькая собачка – это тоже большая ответственность. Это прогулочки на поводочке, на рулеточке, это уход, питание, помощь своевременно оказана ветеринарная. А эту девочку привезли из Слободы. Жители пожаловались, что собака ведет себя агрессивно и пугает прохожих. Когда привезли ее только первый день, она, естественно, рычала, оборонялась, но ни на кого не кидалась. Ну, как потом оказалось, собака довольно-таки дружелюбная, послушная, уравновешенная. Сейчас собаке примерно 8 лет, но несмотря на столь почтенный возраст, энергии у нее хоть отбавляй. Правда, у девочки есть травма, предположительно повреждены связки. Сейчас ей необходимы внимание, уют и забота, а также правильный уход и особое питание.